Че, там вообще ничего больше не было? Не, бро. Только вот этот твой кар? Да. В той комнате, да? Окей. Жаль. О! Ящик! Кайф! О-о-о, хороший, интересно, что там? О-о-о! Скажи, пожалуйста, если там будет прицел на скар. Да. Конечно же. Неудобно с винтовки без прицела стрелять. Да тут что-то больше аптечки, всякая такая фигня. Оу! Черт, на 108, черт! Тупая винтовка, ни хрена не вижу! Вообще их не вижу! Ща, я их вижу! Один из них прям за камнем прячется, а на 170 градусов. Блин, как ты их видишь? Ща, да второй, видишь, он прям около большого красного дома. От первого чуть левее. Где? Ой, там последний прям под деревом. Правее него. Но попасть сложно, чтоб его. Ого. Блин, почти в голову. Блин, почти ж попал в голову. Надо перезарядиться. Так, я не помню, отступаю. Так, ща, может быть, я кого-нибудь догоню? Не, все ушли. Ну, почти. Почти. Ну, в смысле? Это чё? Что чё? У тебя 8-кратный прицел? Не. Чё? Роуэн, я знаю, что у тебя есть 8-кратный прицел на мой кар. А зачем мне 8-кратный прицел? Не знаю, ты же не пытался его на свой пистолет прикрепить? Но, наверное же, я не могу прикрепить его на свой пистолет, а? Ну, вообще, я хочу так думать. Да, тогда это супер глупый вопрос. Отдай мне прицел. Или ты мне снайперку? Нет, Рон, я ее первый нашел. Или ты хотел сказать, украл у меня? Как я мог украсть ее у тебя? Ой, ну не знаю. Ты мог украсть ее из дома, в который я шел? Забежать и залутать ее раньше так меня. Так дом не твой, здесь дома вообще, ты не можешь забрать. Я буквально так и сделал. И я летел к этому дому и буквально сказал, что к нему лечу, и буквально произнес: Алан, я залутаю этот дом. И когда я шел к двери, ты меня обогнал. И первое, что ты нашел, был вот так, этот вот кар 98. Давай, ты можешь меня спасти. Блин, черт, стреляют, я пытаюсь вернуться. Да, блин. Они меня заблокировали, бро! Я пытаюсь тебя спасти! Никто в тебя не стреляет! Никого нет вокруг! Так, Роуэн, я к тебе ползу, подними меня! Стреляют, блин! Подними меня, меня сейчас убьет, если ты меня не поднимешь! Да я пытаюсь, бро! Я ползу, стой на месте! Вон они! Блин, пожалуйста, стой там! Блин, мужик, я пытаюсь, но они стреляют! Вроде перестали. Держись, брат, сейчас тебя подниму. Блин, я тебя пытался поднять, но черт, они так обильно стреляли по мне. Черт, мужик, блин. Так-то схвачу твой кар 98. Блин. Какой хороший. Ну, кстати, прицел к нему идеально подойдет, раз уж они так хорошо мэчатся, то чё бы. Чего бы их и не смочить? А у тебя есть еще что-нибудь? Нет? Ну ладно. Попробую достать нам победу, бро! Достану ее для нас! Огромная благодарность за выход этой озвучки людям, которые нас поддерживают, чьи ники вы сейчас видите на экране. А поддержать нас можно по QR-коду или же по ссылке в описании. А перевел и озвучил виски.